прокомментируйте ход матча. Собрались очень четко оборонялись, собрались после первой игры и построили игру определенным образом, соответственно, знали, кого перекрывать, знали, что за команда, и примерно понимали, как играть. За счет чего удалось переломить во втором тайме игру? За счет, наверное, физики чуть-чуть и за счет того, что обговорили во втором тайме какие-то моменты. Просто пошла игра, доработали то, что обговаривали перед игрой, немножко получалось это в первом тайме, но во втором тайме доработали просто на том, что было. Приятно играть в команду высшей лиги? Да, очень приятно, но об этом не думали совершенно, когда играли. То есть для нас такая же команда, как и остальные. Очень обидно было проигрывать первую игру, но первую мы изначально неправильно построились. Мы начали очень много выводить соперников из себя, но мы забыли, что это военный вуз, и их очень тяжело вывести из равновесия. Сейчас мы абсолютно вышли с холодной головой, знали, что за команда, и поэтому играли абсолютно спокойно и старались сыграть от обороны. Но при этом во втором тайме начали диктовать свои условия определенные.